Я училась на втором курсе в Краснодарском институте на художественно-графическом факультете. И, значит, открывается дверь в мастерскую, входит какой-то парень, усатый, черный, кудрявый, худой, тощий и некрасивый. И я посмотрела на него. Почему мне так голову? Говорю, вот этот будет моим мужем. Хотя у меня был другой парень совершенно. И он стал моим мужем. А когда девчонки спрашивали, слушай, ты что, встречаешься вот с этим усатым? Я говорю, да. А тебе не страшно? Я говорю, да я только по темным улицам с ним хожу, и в темноте. Вот так мы с ним познакомились. И я потом забыла об этом. Я только помню, что я посмотрела на него, говорю, думаю, а как это я могла сразу подумать, что он будет моим мужем? Все, и он стал моим мужем. Это что-то такое, наверное, свыше. И он всегда стоял за моей спиной. И смотрел, как я рисую, потому что он поступил на два курса ниже, в армии служил. Ну, когда с армии вернулся, вот поступил на наш худграф. Постоянно стоял за спиной. И вот так крутил усы и смотрел. А потом два года он там отучился, бросил институт, стал работать кочегаром для того, чтобы ночами мог работать в институте, рисовать гипсовые модели. Вот. И потом я закончила институт, поехала в Санкт-Петербург поступать на керамику в Мухинский институт. А он поехал в Академию художеств. Вот он сразу поступил, прям с первого раза. Стал там студентом. И все. И там мы стали жить, поживать, добра наживать и детей наживать. Студенческие годы были очень тяжелые. Приходилось работать дворником, нам дали там полуподвальное помещение, и мы прямо с улицы через окно спускались в свою комнатку. У нас уже тогда сын родился. Дворникам давали комнатку. У нас была бесплатная комнатка в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в самом центре, у Невского проспекта. Какая красота! Пока доберешься до набережной, всю красоту просмотришь. Все пирожковые были наши. А целоваться мы ходили в хронику, брали полбуханки черного хлеба, садились на последний ряд и смотрели хронику. Ну, это, я знаю, что это прошли все студенты. В семье не должно быть два художника. Один платформа, а другой художник. Поэтому я всегда считала, что я должна обеспечить все для того, чтобы мой муж мог работать. Если два будут фанатика, это будет ужас. Невозможно, когда два художника, два фанатика в семье. Поэтому приходится одному кому-то обязательно уступать. И мы своего Дынникова никогда не тревожили, если он задумался, если он ушел в комнату, закрылся. Это значит тишина. И мы подчиняемся этой тишине уже. Но это хорошо. Поначалу мы, конечно, вместе вдвоем работали. А потом я так поняла, что это невозможно. Во-первых, не найти столько денег, чтобы работать материалами, закупать это, и чтобы еще на двоих делить. Это невозможно было. Поэтому я перешла очень быстро на графику. Все-таки перышко, тушь, уголек – это было дешево. Да интересно было жить. Как, наверное, и всем молодым. Надежда впереди, вера в лучшее. Мы когда-то с подругой, она тоже в Академии художеств училась, как и Виктор Павлович. И мы там очень тесно общались. Мы говорим, вот мы приедем, закончим университет, будем богатыми и будем друг другу дарить хрустальные люстры. Вот недавно встретились с ней вот в Музее современного искусства. Говорю, ну где наши хрустальные люстры? Она говорит, вместо хрусталя у нас картины есть.
на 6-м курсе была преддипломная практика у них. Даже на 5-м они уже делали эскизы для диплома. И он почему-то решил делать для Владимира. Он был здесь, в этом городе, ему очень понравилось. Он его все назвал «Божий уголок». Вот. И для филармонии он делал какие-то эскизы. Потом защищал диплом и приехал сюда, во Владимир. И мы очень полюбили этот город. Он такой был деревенский, такой тепленький после Санкт-Петербурга. Светлый какой-то. Мы потом посчитали, начиная от Студеной горы до Рождественского монастыря, 27 храмов. И надо было каждый посетить. Тогда они, конечно, были не действующие еще. А теперь вот ходишь, вспоминаешь, только тут вот магазинчик был, его снесли. Вот еще что-то было. Ну, интересный город. Мужа любишь за что? За то, что он увлечен, что он всегда заботился о семье. То есть у него семья была на первом плане. Ну как? Он приходит и говорит: у нас еще деньги есть? Я говорю: нет, Витя, я уже у всего дома заняла деньги. Тогда еще деньги в долг давали. Вот. Он приносил, если исполнял какой-то заказ, он приносил денежку, и мы по конвертикам раскладывали, кому мы должны. И он всегда вот как-то очень болезненно переносил, потому что художники, в принципе, живут очень бедно. Все деньги уходили у нас на краски. И я ему однажды сказала: слушай, денег нет на краски, такие дорогие. Давай ты будешь работать угольком. Он дешевый, я тебе буду уголек покупать. И у него целая серия работ была углем. Брат очень помогал, он ему купил целый ящик пастели, и тогда был период пастели. Если, предположим, заканчивалась охра, остались голубые краски, то у нас начинался, как у Пикассо, голубой период. Ну, интересно, трудно, но интересно. Но это, по-моему, все художники прошли через это. И все жены. Его цель жизни была, как он говорил, мазать, мазать и мазать. Потому что он не считал себя, что он художник, он считал, что он мазила. И его картины, они же резко отличались от картин владимирских художников. Я не знаю, мне кажется, что вся его жизнь, вот он просыпался с этой мыслью, что ему надо работать. Он уже даже на нас внимания не обращал. Он иногда даже не видел, кто с ним рядом идет. Сын, дочь, жена. Он идет, у него в голове уже все что-то рождается. Встречаем какого-то человека, он останавливается и спрашивает: ты видела, какие у нее глаза? Нет, не видела. А какое выражение лица? Нет, я не видела. А он все это смечает. Он приходит сразу в мастерскую, и Сергей Васильевич Ермолин рассказывает, говорит, и сразу дверь закрывает, и начинается тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Это значит, что он уже набивает на подрамничек холст. И тишина. Значит, он уже все то, что видел по дороге, он пытается там на холстик сразу занести. Потом какая цель? Только работать. И жить ради того, чтобы работать. Вот так. Он работал только для себя. Не для публики. Поэтому его работа очень интересная. Даже для нашей семьи Виктор Павлович был закрытым человеком. Вот только расшифровывая его записи, мы начинаем задумываться о том, что же вот у него было главное. Конечно, было главное только искусство. И даже детям он приходил, спрашивал, что делать. Мазать, мазать и мазать. Он не называл свою живопись живописью, поскольку к его работам всегда относились как к мазне. И он и говорил: мазать. И только после того, когда стали выставлять его на выставке, причем, знаете как, из всего количества выберут одну какую-то работу, которая ни о чем не говорит. Его надо смотреть такими блоками большими. То есть, чтобы увидеть художника, надо увидеть вот целую серию его работ. И только после первой выставки, которую мы устроили после смерти 100 пастелей Виктора Дыникова, тогда только все были очень удивлены. Во-первых, откуда у него столько работ? А во-вторых, почему он их никогда не показывал? И, а как показывать, если на ходсовете отбирают только одну работу? И девочка одна, его ученица, Настенька Кушнир, она уже после смерти говорит: вот если бы он нам не говорил ничего о цвете, а показал свои работы, мы бы все поняли. Вот даже вот ребенок такие вещи говорил.
Ведь его работы, собственно, не покупались, не выставлялись. Вот я говорила, выставит одну-две работы. И он областному центру ИЗО подарил 150 работ. Если все художники по одной-две работы, он 150. Коврову подарил больше 100 работ. Мурому много. И городу Александрову. Я знаю, что вот художники, которые приезжают из Белоруссии, вот из Дании приезжала женщина, она сидит, рассматривает работу и плачет. Он говорит, меня всегда это очень тяготит, потому что я не понимаю, что происходит, почему они, рассматривая работу, вот в такое приходят состояние. Он пришел в школу тогда, когда закрыли художественный фонд, и он остался без работы. И он поступил в художественную школу не педагог, а сторожем. И вот когда он работал сторожем ночами, он растирал мраморную крошку в пыль. Потом делал грунт, грунтовал картон, и потом на этом картоне работал пастелью. У него все пальцы были стерты до крови. Он приходил, когда вот утром, после того, как он растирал вот эту пыль, приходил утром домой, и я не знала, что с ними делать, потому что ну, детским кремом мазать или чем, ничего такого не было. Я уже и в масло опускала руки. Вот так я, это, конечно, очень больно. Вы знаете, что даже если вот заусенится где-то боль, а тут все пальцы стерты в кровь. Поэтому он оставил очень много такой бумаги, картона. Я обычно даю детям. Вот один мальчик, мы после смерти его наша семья решили учредить стипендию одному талантливому ребенку из класса, но такому, который много работает самостоятельно, то есть не под руководством преподавателя делает, а приносит в сентябре месяце серию своих работ. И вот у нас уже в этом году уже 5 лет, да, действительно достойные такие ребятишки, и мы награждаем каждые 3 месяца. И они довольны, а я как довольна. Но, по-моему, больше я довольна, чем дети. И вот я даю им такую вот бумагу, очень ценную, как Петя Зимин говорит. Это очень ценная бумага, которую подготовил Виктор Павлович. Когда он уже сторожем поработал, потом ему дали часы, немного. Его не жаловали в школе. Потому что он был человек необычный, это раз. Во-вторых, ему было очень трудно говорить, а особенно в конце жизни у него, по-видимому, прошел инсульт такой скрытый. Ему очень тяжело. Я всегда ходила рядом и переводила его. То, что вот он говорил, я пыталась там, директору или преподавателям досказать то, что он хотел сказать. И последний раз, это было в июне месяце, так меня очень кольнуло, когда мне сказали, ты что, переводчиком у него работаешь? Я говорю, да. И через месяц вот он умер. Ну, вот этот случай мне запомнился, он был очень тяжелый. Не жаловали, это точно. Но он работал, он очень любил детей. Приходил он всегда с конфетами. Всех одаривал конфетами, ребятишек. Ой, ну, вообще тяжелая тема. Тяжелые воспоминания. Но когда приходишь в мастерскую, вот там, где его работы, копаешься среди его рисуночка, все вроде как будто вот он рядышком тут стоит, ходит около тебя. Молчит, он же всегда молчал. Очень глубоко мыслящий человек, очень глубоко мыслящий. И ну вот я уже за те годы, сколько я с ним прожила, я научилась его расшифровывать, раскрывать, додумывать, догадываться, предугадывать его желания и так далее. Но я очень счастлива, что я жила с ним. Это раз. Во-вторых, мне казалось, что вот мы с семьей сделали все, что можно было для него. Его дети обожали, и дочка, и сын. Причем, когда он приходил очень поздно, и я чувствую, что уставший, что ему сейчас ничего не нужно. Я говорила детям, дети, идет папа, кто первый до него добежит. Они бегут, когда руки вот так раскроют, бегут к нему навстречу, и все. И у него настроение сразу поднимается. То есть он видит, что его любят, что его ждут здесь. Приходилось иногда и подыгрывать.
Вы знаете, что хочу сказать всем молодым? Берегите своих мужей. А чтобы муж хороший был, это очень много зависит от жены. Чтобы они не капризничали, чтобы любили своих мужей. Мне кажется, что вот после смерти, ну, жил бы он, ничего не делал бы, но он бы лишь бы вот был. И все. Мне бы хватило даже этого.